Всем-всем-всем привет! С города Измаила, я Раиса Горяченко. Сейчас хочу вам рассказать о том, что нужно делать с саженцами роз, которые я осенью посадила в прошлом году под банку. Вот такие сегодня эти саженцы, июнь месяц. Вот я и сняла бутылки в мае месяце, где-то в конце мая месяца, и обрываю вот такие бутончики. Я не допускаю, чтобы бутончики первые росли и зацвели. Мне важно, чтобы роза сейчас хорошо сформировала корневую систему. И так нужно поступать с каждым саженцем. Обязательно обрывать бутончики и обязательно вспушивать землю, поливать. Вот давайте вот еще одна маленькая розочка. Это была маленькая, совсем малыш. Вот она, очень две розочки. Здесь еще бутончика нету, а вот здесь уже маленький бутончик появляется. Вот видите, его нужно обязательно. Чем раньше это сделаете, тем лучше. Убираем. Рядышком еще одна розочка. Вот еще один бутончик. Мы его убираем. Вот это то, смотрите дальше, очень красивый кустик. Уже я убирала, но они стремятся снова розочки создать. Я их обязательно очень аккуратно убираете именно бутончики. А само растение, вот оно, красавец, развивается. Обрабатываем против болезней. Здесь, видите, был источник заболевания, мы его обработали, он остановлен. И постоянно должен быть полив, подкормочки. Вот еще один бутон, он прячется. Нужно обязательно все-все-все это обрывать. И вот еще один. И где-то уже со второй половины лета, в августе месяце, я им разрешу уже сформировать бутончики и разрешу зацвести. Тогда они в зиму войдут крепкими и здоровыми розочками. Ну, вот такая сегодня тема. Вот такие сегодня у меня бутончики. Пока что, совсем маленькие. Они очень стремились к солнышку раскрыться. Но ничего страшного. Раскроются, будут здоровыми, красивыми растениями к осени. А в следующем году это будут шикарные, здоровые кусты. Ну, а я пока прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч. Пока-пока.